на все это дело посмотрим. Итак, полетели. Итак, Рязанцев Юрий Бэклип. Хорошо, какая техника. И продавил мой фуррентик. Какой, вы посмотрите, какой контроль, какое качество исполнения. И мне на самом деле очень нравится исполнение трюков Юры, потому что прям видно, как он прям плавно. 540 шварцпин. Это просто бэклип. Полтора оборота вокруг своей оси. Да не просто так, а еще и руль успел прокрутить. И все это, как это красиво и спокойно выполняет у нас Юрий. Просто заглядение. 30 секунд осталось. Два фингера прямо через фан-бокс. Брай амплитуднейший. Еще и на тейл-вип в конце. И 20 секунд у тебя еще есть. Футболистом Артемом Зюбой. Так прям волнуется Юра. 360 через фан-бокс. Амплитуда очень затяжно, очень красиво. 10 финальных секунд. Юра, на твое усмотрение. Тейл-випчик. Какой красивый. Просто тейл-вип, а зато как массу удовольствие доставляет. Юра, от души спасибо тебе большое. И